Мир морского конька. Часть третья. Жизнь в толще воды. Как и морское дно, водная толща является местом жительства для множества видов морских животных и растений. Питательные вещества, приносимые со дна течениями и потоки солнечного света, порождают тучи микроскопического фитопланктона. Мы также обнаруживаем здесь огромные скопления рачков, питающихся этим планктоном и являющихся для большинства морских животных желанной и лакомой пищей. Эти подводные пастбища служат основой сложной и разветвленной пищевой цепи, в которой, если не нарушено экологическое равновесие, царит гармония, основанная на изобилии пищи. В открытых водах Черного моря самыми массовыми видами рыб являются хорошо известные всем хамса и шпрот, живущие большими стаями и образующие промысловые скопления. У берега же повсеместно встречается отерина, или, как ее ласково называют рыбаки, фиринка. Как и большинство пелагических рыб, отерина – стайная рыба. Жизнь в стае – один из главных способов защиты от хищников. По мнению многих ученых, чтобы хищник смог схватить рыбу, он должен отделить одну из них от остальных. Стая же своим мельтешением сбивает его с толку, так как двигается с поразительной синхронностью, будто управляемая единым мозгом. Секрет такой координации в том, что у каждой рыбы по обеим сторонам тела тянутся так называемые боковые линии – система органов, в которых есть нервные окончания, чувствительные к инфразвуковым колебаниям. Любое движение, произведенное за много метров от стаи, моментально воспринимается каждой рыбой, и косяк может резко повернуть в любое, даже противоположное направление. Отерина, некрупная рыбка длиной до 12 сантиметров, встречается у наших берегов, да и по всему Черному морю с весны до поздней осени. Многочисленная на городских пляжах, у пирсов и волнорезов, фиринка достаточно близко подпускает к себе человека и даже ловится на удочку. Как и все пелагические рыбы, она питается мелкими планктонными организмами. На этих кадрах хорошо видно, как, выстроившись против течения, стайка отерины активно вылавливает из воды свою основную пищу – мелкий зоопланктон. Отерина – родственница кефали, но из-за крупной и жесткой чешуи ее используют в основном для приготовления кормовой муки. В некоторых лиманах у Одессы, например, в Телегульском, численность этой рыбы очень высока. Осенью в мелководном канале, который периодически соединяет лиман с морем, рыбаки вылавливают большое количество стремящейся уйти на зимовку в море рыбы. У морских птиц в это время настоящий пир. Некоторые из них наедаются так, что с трудом потом могут летать. В настоящее время общая численность отерины в море заметно увеличилась, и будем надеяться, что это не повлечет за собой каких-либо серьезных сдвигов в биологической структуре моря. Животный мир каждого из морей имеет свои особенности и неповторимые черты. Но подводный мир Черного моря невозможно представить без кефали. Плывущие друг за другом крупные, осторожные серебристые рыбы со светлыми продольными полосками вдоль тела всегда очень грациозны и красивы. В Черном море обитает 5 видов кефали, но чаще других встречается лабан, сингиль и остронос, отличить которые друг от друга не специалисту довольно сложно. Вообще рыбы семейства кефалевых распространены довольно широко. Они заселяют все теплые и умеренные моря.
Ну а Лабан вообще настоящий космополит и встречается практически во всех морях земного шара. Крупные экземпляры иногда могут достигать 12 килограммов веса и длины 70 сантиметров. Снять под водой днем такую быструю и осторожную рыбу очень трудно, но если повезет, ночью над песчаным дном можно обнаружить спящих или медленно переплывающих с места на место кефалий. В 70-х годах 20-го столетия в Черноморском бассейне был акклиматизирован еще один вид кефали – пеленгас, который ученые завезли из Японского моря. У себя на родине, на Дальнем Востоке, эта рыба обитает в приустьевых районах моря, в частности, реки Амур. Более стойкий к изменениям окружающей среды, малотребовательный к температуре и солености, пеленгас прекрасно прижился в Черном море и его лиманах и быстро стал самым популярным объектом любительского лова, особенно в Хаджибейском лимане. В отличие от местных видов кефали, которые размножаются только в море, а в лиманы заходят на откорм, пеленгас хорошо зимует в закрытых одесских лиманах и даже размножается в них. У берегов Одессы в июле-августе часто можно увидеть стайки мальков кефали. Их легко отличить от молоди других видов рыб. Середина спинки у них не смачивается водой, и там находится маленький пузырек воздуха, ярко поблескивающий на солнце. Такое приспособление помогает малькам удерживаться в толще воды и, вероятно, вводит в заблуждение потенциальных хищников, скрывая рыбок на серебристой поверхности моря. Питается кефаль мелкими донными организмами и одноклеточными водорослями, которые она захватывает нижней челюстью с камней или песка и отфильтровывает с помощью специально устроенного жаберного аппарата. Когда наблюдаешь за стаей рыб, заплывших покормиться на мелководье в тихой бухте, становится хорошо заметно, какой переполох среди обитателей дна они вызывают. В закрытых лиманах, куда человек искусственно запускает практически всеядного пеленгаса, именно из-за такого типа его питания зачастую резко уменьшается количество местных видов рыб, так как кефаль-пеленгас без разбора поедает их икру, отложенную на водоросли на мелководье. Но все же самым любимым видом пищи для всех видов кефали является многощетинковый червь нереис, которого и используют рыболовы в качестве единственной наживки. Шаланды, полные кефали, в Одессу Костя привозил. Кто не знает слов этой знаменитой одесской песни? Однако давно прошли те времена, когда кефаль ловилась у нас в таком количестве. Но на Крымском побережье все еще существует промысел, где огромными, поднимаемыми и опускаемыми с берега сетями вылавливают приходящих на откорм крупных кефалей. С появлением в Черном море вселенца пеленгаса прилавки рыбных рынков Одессы стали чуть разнообразнее. Но только давайте не будем путать крупных пеленгасов с лабанами, ведь вкусовые качества этих разных, хоть и родственных рыб, сильно отличаются. Многие виды рыб, живущие в толще воды, в момент нереста выпускают икринки прямо в воду, где и происходит их дальнейшее развитие, чаще всего в самых поверхностных слоях. Вполне естественно, что в этом случае множество их погибает или съедается другими обитателями моря. По-иному поступает небольшая, но очень многочисленная в Черном море пелагическая песчанка. Огромные стаи этой продолговатой, похожей на молодых сарганчиков рыбы, днем плавают в толще воды, питаясь мелкими планктонными рачками и личинками моллюсков. С наступлением сумерек тысячные стаи песчанки, увлекаемые неведомой силой, как по единому сигналу, зарываются в песок, где и проводят спокойно ночь до рассвета.
Туда же, под защиту песка, рыба и откладывает икру. На первый взгляд, эти небольшие рыбки в толще воды кажутся беззащитными. Но, как и у всех стайных рыб, у них есть комплекс оборонительных приспособлений, которые помогают им выжить в острой конкурентной борьбе. Как только в поле зрения стаи появляется хищник, сарган, ставрида или луфарь, рыбы веером расплываются в стороны и рассеиваются. Если атака осуществляется с какой-то одной стороны, вся стая в ответ на нападение может резко повернуть в противоположном направлении. Одна потенциальная жертва сливается с массой себе подобных, а мелькание в разных направлениях дезориентирует хищника, и чаще всего он прекращает преследование. Большое защитное значение имеет и окраска этих рыб. Спинки их обычно темные, и если смотреть на них сверху, они сливаются зеленовато-синим тоном воды. А серебристая окраска брюшка и боков делает их незаметными на фоне поверхности моря. Конечно, все эти защитные приспособления не делают песчанок абсолютно неуязвимыми. Большое их количество становится пищей хищным рыбам, но в первую очередь это раненые, ослабевшие или больные особи. Смерть одних поддерживает жизнь других. Таковы сложные связи между хищником и жертвой, звенья длинной живой цепочки взаимоотношений. Продолжая тему хищников, нельзя не упомянуть о недавно еще самой известной одесским рыбакам пелагической рыбе – черноморской ставриде. Эта некрупная, до 15 сантиметров длиной рыба, после исчезновения у наших берегов Скумбрии, стала основным объектом спортивного любительского лова. Узнать ставриду довольно легко по особым гребням остроконечных щитков, лежащих вдоль боков тела. Питается она планктоном и молодью других видов рыб. Сама же часто становится добычей более крупного хищника – луфаря. Последние годы количество ставриды в Черном море сократилось, однако снижение численности в настоящее время стабилизировалось, и будем надеяться на восстановление ее популяции в ближайшем времени. Ставрида – это единственный вид рыбы в Черном море, который вступил в симбиотические отношения с другим видом – с крупной черноморской медузой корниротом. Как образовался такой вид симбиоза в процессе эволюции, мы достоверно не знаем. Но слишком много сил и времени пришлось израсходовать природе в процессе естественного отбора на выработку иммунитета у мальков, чтобы не использовать это биологическое преимущество максимально. Под куполом некоторых крупных медуз иногда можно встретить несколько десятков мальков, весело кружащих возле своего грозного покровителя. Малейшая опасность, и мальки исчезают в складках и полостях животного. Выгода рыбе от такой дружбы очевидна. Корнирот своими ядовитыми стрекательными клетками защищает мальков от хищников. Медуза же получает бесплатных санитаров, которые очищают ее ротовые лопасти и складки от излишков планктона и остатков переваренной пищи. Во многих районах Крыма, да и у одесских берегов, практически все встречаемые нами корнироты были со своими постоянными спутниками – мальками. А это хороший признак, и, возможно, очень скоро на рыбных рынках города вновь появится любимая всеми ставридка. Сарган или морская щука выделяется среди других хищников своим запоминающимся внешним видом. Эту скоростную рыбу длиной до 40 сантиметров практически невозможно снять в дневное время, так как ее небольшие стайки держатся вдали от берега и близко не подпускают к себе ныряльщиков.
Зато ночью, в свете фонарей, ослепленные, они натыкаются на препятствия и даже могут быть пойманы руками. Интересной особенностью этой рыбы являются окрашенные в зеленый цвет кости, а также вооруженные многочисленными зубами сильно вытянутые челюсти, которыми сарган удерживает пойманную жертву. Рыбы – наиболее подвижные существа морей и океанов, способные самостоятельно перемещаться на большие расстояния. Тем не менее, и у них есть свои излюбленные места обитания – биотопы, где они встречаются наиболее часто. К рыбам, которые тяготеют к скалам и камням, но при этом остаются обитателями водной толщи, относятся многочисленные губаны или зеленушки. Зеленушки – неотъемлемая часть скалистого подводного пейзажа Черного моря. У берегов Одессы представители этого семейства встречаются нечасто. Здесь господствуют бычки, и только изредка встречается губан-перепелка. Но буквально в 150-200 километрах от Одессы, в западном Крыму, у скалистых берегов мыса Тарханкут уже царство губанов. Самыми распространенными из них являются рулена, глазчатый и пятнистый губан, рябчик, перепелка. Все эти рыбы, названия которых зачастую повторяют названия красивых птиц, в период нереста приобретают яркую, разноцветную, что особенно характерно для самцов, окраску. Иногда в стайках разнообразных губанов можно встретить и ярко-красных, как золотые рыбки, зеленушек рупестрис. Вообще, красный цвет в окраске черноморских рыб – большая редкость. Как правило, рыбы окрашены в защитные или покровительственные цвета, которые помогают им оставаться незамеченными на фоне бурых и красных водорослей. Загадочные золотые рыбки, иногда встречающиеся в стаях своих зеленовато-бурых сородичей, долго оставались для нас загадкой. Секрет такой окраски раскрылся тогда, когда внимательный взгляд подводного исследователя обнаружил интересный пример взаимоотношения рыб. Красные рыбки оказались санитарами. Причем, как позже выяснилось, и у других видов губанов некоторые особи в определенный период жизни, приобретая ярко-красный или коричневый цвет, выполняют роль своеобразных чистильщиков. Значение санитарного симбиоза в природе очень велико. Во многих сообществах чистильщики оказываются ключевыми видами. Через них проходит наибольшее количество незримых нитей, связывающих членов сообщества. Деятельность тысяч и тысяч санитаров имеет большое значение в распределении и концентрации морского населения. Их отсутствие не позволяет некоторым видам рыб заселять районы в других отношениях, вполне для них подходящие. Часто в определенных местах, так называемых станциях очистки, как правило, у крупных камней, можно заметить повисшие неподвижно вниз головой в толще воды стаи зеленушек с расправленными плавниками. Рядом с ними обязательно плавает один или два чистильщика, которые поочередно подплывают к более крупным, ожидающим в очереди рыбам, и что-то с них общипывают. Поза зеленушки в этот момент – настоящее блаженство. Интересно, что хищники никогда не нападают на рыб-чистильщиков, и, вероятно, красная окраска является для них предупредительным сигналом. Взрослея, некоторые виды санитаров теряют свой яркий наряд, и, как, например, этот губан рупестрис, становятся светлыми и неяркими, как и большинство особей в стае. Некоторые зеленушки, как и губан-перепелка, обитающие в каменистых местах прибрежья у Одессы, строят из водорослей гнезда, напоминающие по форме гнезда птиц.
Самец ревниво охраняет гнездо и, стоя над икринками, непрерывно машет плавниками, чтобы к развивающимся личинкам постоянно поступала свежая вода, насыщенная кислородом. Иногда он отлучается ненадолго, чтобы принести в гнездо новый кустик водорослей или ракушку. Губан-перепелка практически всегда украшает свои гнезда раковинами моллюсков, которые, вероятно, после этого выглядят очень привлекательными для самок, откладывающих в них икру. Когда наступает ночь, охраняющие кладку самцы губанов засыпают прямо на гнезде, периодически все же пробуждаясь для очередной вентиляции икры. Вообще, ночь – очень интересное время для наблюдения за дневными рыбами. Как правило, все они ночью впадают в состояние некоего сонного оцепенения, и в это время их можно даже спокойно гладить и трогать руками. В сумерках, в нишах скал и под камнями спит множество губанов. Иногда они лежат на боку по несколько штук рядом. Ослепленные светом нашего фонаря, некоторые из них пробуждаются и, наталкиваясь на препятствия, уплывают в темноту. Крупные зеленухи или рулены не спеша плавают вдоль скал, поплевывая осколками съеденных раковин, которые они срывают с камней большими плотными губами. Твердую раковину моллюска рулена раздавливает мощными глоточными зубами. Выплюнув раздавленного моллюска, рыба подхватывает затем его мясо, зачастую с мелкими осколками. Острые осколки створок им не страшны. Через некоторое время они благополучно выйдут с противоположного конца, пополнив песчаные пляжи мелким ракушечным песком. Но самой желанной и привлекательной пищей для всех губанов остается мидия. Стоит разломить моллюска, как сразу же на запах приплывают десятки, а иногда и сотни разных зеленушек, спешащих вырвать побыстрее из рук лакомый кусочек. Из щелей и ниш выплывают любопытные собачки и также присоединяются к пиршеству. Даже скорпена, отъявленный хищник, не удержалась и пробует на вкус моллюска. Одной из самых красивейших рыб Черного моря.
Но в такие моменты, когда ты оказываешься окруженным сотнями разноцветных рыб, ощущаешь их легкое покусывание за пальцы и представляешь себя где-то на коралловом рифе, невольно забывается и усталость от длительного погружения на глубину и пробирающий через гидрокостюм холод весеннего моря. Еще одной интересной дневной рыбой Черного моря, которую нам удалось запечатлеть на пленку только ночью, является сморида или морской окунь. Стайки этой относительно некрупной до 20 сантиметров длиной рыбы кормятся среди водорослей и чаще всего вместе с зеленушками. Ночью же они отходят на глубины более 5 метров и, зависнув над дном в толще воды, дожидаются рассвета. Взрослые самцы этой рыбы в брачном наряде, расцвеченные ярко-голубыми полосами, отливающими серебром, выглядят очень эффектно. В отличие, например, от хорошо известной всем одесситам холодолюбивой черноморской рыбы, родственницы трески и пикши мирланга или галыша. Очень многочисленный в некоторые годы, галыш чаще всего подходит к нашим берегам во время сильных сгонных ветров, то есть в моменты, когда к берегу поджимается холодная и чистая вода с глубин. В наших фильмах мы рассказали вам лишь о немногих из 170 обитающих в море видах разнообразной и интересной черноморской ихтиофауны. Некоторые из них, как, например, черноморская акула катран, угорь, тригла или загадочная рыба черт, ускользнули пока от нашего внимания. Но мы надеемся, что еще вернемся с видеокамерой в море и сможем показать вам этих и других не менее интересных и редких черноморских рыб. Неудержимо влекут человека глубины моря. Более чуждый, чем любая земная территория, но все же более близкий и притягательный для человеческой натуры, чем космос, океан, который пронизывал и регулировал эволюцию человека с самого начала, наверное, еще долгие годы будет манить к себе ученых, любителей приключений и поэтов. Человек по своей природе исследователь, и знание жизни моря, и четкое представление его будущего сейчас стало для него жизненно важным делом. Чем больше общество будет знать о жизни моря и о работе специалистов, занятых изучением водных обитателей, тем легче всем нам будет контролировать действия, которые могут нанести ущерб природе. Сохранить жизнь в океане значит сохранить жизнь на планете Земля. И очень бы хотелось, чтобы зритель, кем бы он ни был по специальности, всегда помнил и руководствовался этим в своей повседневной жизни.